Добрый день! Сегодня в своем видео мы решили показать, как мы будем собирать вот такую вот собаку всей семьей. Погода на улице не очень, поэтому заняться мы решили сборкой вот такого вот животного. Итак, этот конструктор состоит из 62 деталей, а детей 3 с плюса. С помощью нашего папы, при участии наших дочерей, мы будем сейчас его собирать. Так, давай, папа, открывай коробочку. Слушай, ты будешь черные папе подавать, ты будешь, папа, бежевые собирать, а ты будешь... Побивать? Да, разбирайте, доставайте все. Итак, вот на коробке инструкция такая. А, какие запчасти, где что идет, в какой сборке последовательности. А, вот сам материал, он очень мягкий, детали уже вырезаны, уже готовы, то есть их осталось только вот достать и правильно все по инструкции собрать. А, не спеши, звездуля, давайте сейчас будем собирать потихонечку. Покажи нам. Ирина, аккуратно. То есть сами детали, они очень такие плотные. Наверное, какое-то что-то. Что-то за материал. Воздушный. Пенопласт. Какой-то прессованный, жесткий. Да, пенопласт. Так, ну, давай большую. Сейчас голову. Посмотрим. Подожди, что здесь? Я сейчас буду... Что? Нет, нет, мне это не надо. Так. Дай нам или нам вот эту штучку. Первый да. год. Да, вот мы разобрали черную панельку. Вот надо... У нас получилась вот такая вот свободная доска со всякими фигурками. Здесь нет больше бутылка, здесь нет бутылка, а большая коробка приколистая. Так, ну вот эти детали все доставать. Или вон все дырки доставай. Дырочки, да, дырочки, да, доставай. Освобождай. Дырочки все. Аккуратно. Только не спешите. Не рвите. А может тебе вот эту дырку достать? Доставай то, что получается. Да, ты... потом то, что не получается, уже папа будет доставать. Я буду. Или ты будешь доставать. Так, а умеешь очень. Ты умеешь, конечно, Зак. Да, там все. Вон еще раз доставай. Не спешите, девочки. Все потихонечку. Это лапки, это там ножик. Нет, ты как-нибудь мусор отдельно, и это отдельно. Так, то... это мусор. Это не мусор. Здесь должна быть еще расчёточка. Так, у нас еще есть в комплекте вот такие вот запчасти, какие-то фиксаторы. Вот, поэтому будем собирать, скреплять эти все запчасти. Вот мы уже собрали мордочку частично собаки. Конструктор, конечно, достаточно серьезный. Необходимо подумать, посмотреть, где какие детали. И некоторые детали вставляются тяжело. То есть для детей трехлетнего возраста без помощи родителей будет тяжело собирать. Вот у нас уже получилась такая собачья мордочка, более четкая, уже ушки, челочка, носик уже, глазки, все есть. Вот такими фиксаторами она крепится. Здесь тоже два цвета, черный с белым, то есть, чтобы собрать ухо, надо было это две запчасти соединить. Поэтому получается достаточно местами нелегко. Не знаю, почему производители пишут детям в возрасте от 3 лет такие игрушки. Что вы там собираете уже? Тека. Тело. Тело собираете, да? Так, ищем. А вот такие. А это для чего? Лапочки. Держи, папе понадобится. Вот это? Нет, будете это. Куда-то крепить, вставлять. А вот так, такие есть, только это. Белые. И такие, конечно, такие. Белое это. Три минус три таких. Еще две достань. Две? И надо... А, я буду вот эту вот доставать. Так, а где? Ваша. Такая. Тебе надо? Сколько три папа есть? Надо? Три. Три. Три уже достали, да? Угу. Да. Вот это на папу. Нет, это не это. Я хожу, хожу. Я хожу, хожу. Девочки. Ну что, нравится собачка? Да.
Как собачку назовем? Здесь черная фигура. Пушистик. Пушистик. Пушистик у нас будет. Здесь, да? Смотри, видишь? Здесь черный, да. У нас, а здесь серый. Подарясь ему, я хочу. Может быть, где-то несовпадение по запчастям. И такое, может быть. Брак. Так, одевай. Ему. А на картинке, на большой, покажи там, что нарисовано. Я хочу. Здесь одно, здесь смотри, две собаки, может быть. Одна такая, одна такая. А, то есть даже две собачки можно сделать? Ну, по идее. Мне сейчас остается конструкция. То есть одну мордочку не двойную делать, а такую одинарную? Ну, как хочешь. Да? Здесь сюда вставляю. Вставляли она все сюда. Это лапку уже выставляю. Нет, это хвост. Это хвостик? Угу. Это тело. Это хвостик. Покажи, Зека. Гуляю. Вот, смотри, уже у нас собачка какая получается. Я хочу, и я буду. Скоро уже будем собирать. А я буду. И ты будешь. Так, вставляйте. Так, берете, вставляете сюда каждая. Где? Ну, вставляю в дырочку. Вот так. Получается? Да. Вот, молодцы. Ставили? Молодцы. Да. Теперь берем таких и 4 штуки надо красных. Возьми 4 красных. Я уже папе помогаю. Вот такие. Двойных, да. Теперь мы это вставим. 4 штуки. 4 надо, да. Ого, 2 осталось и такие зрачки. Нет, а, нет, 4. Оно, это 6. Да, вот получается. Надо посчитать. 5. А 5 нам не нужно. Нам 4. Надо 4 или нам? 4, молодец. Подожди, до головы мы еще дойдем. Положите голову. Молодец. До головы мы еще дойдем, пока мы тело делаем. Собирать надо тело. Голову уже собрали, надо тело. Голова. Собрать, да. Так. Головоломка. Вот я помогаю. Двойные. Так, ставьте теперь сюда, вот так вот. Я сама. Каждая. Каждая. Да, нет. Ставь. Сейчас положи я... сюда, чтобы тебе... Ой! Ого! Давай. Убежала, да? Ой, вот. Если не надо еще вот это. Так, ты вставила. Теперь переворачиваем. Глянусь. Вставляю. Ну, ты вставляй сюда, да, или не туда, будет легче. Аккуратно там, не поломай. Можешь, пожалуйста, мне вставить? Давай. Не идет? Плохо. Она туго. Вставляй, тебе будет легче здесь. Так, теперь берем. Ты вставляешь, давай. Белых таких. Не хватает, Лена, вот я знаю. Да, да, эту поберем. Да, так, одну такую. Или положи. Одну черную. Одну серую и. Я уже все. Две таких белые. Так, вот мы собрали уже тело и лапки собаки. Получилась такая плотная собачка. У нас по толщине очень. Сейчас желтый, собираем оставшиеся запчасти, части собаки. Не знаю, я то, что здесь, то рисую, да, одну желтую. А что вы сейчас будете собирать? Другую мордочку. Собаку. Не другую, а дополнять эту. Эту. Вот мы уже доделали нашего пушистика, он получился вот такой вот у нас. Поменять можно. Интересный. Сложный. Ушки вперед. Да, вещь. Есть дополнительные детали, благодаря которым можно поменять морду собаки. То есть сделать 2 варианта. Либо вот такой вариант, либо вот такой вариант. То есть мы делали вот этот вариант собачки. Мы сделаем другой еще. Можно сделать еще один вариант. Вот мы сделали второй вариант нашего пушка. Поменяли ему ушки, челку поменяли и возле носа поменяли ему пушок, мордочку. То есть собаку получается в 2 вариантах. Вот и все, что мы хотели вам показать и рассказать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.